Привет, друзья! Добрый вечер всем! Наша команда, поставьте плюсики в чате, как нас слышно и на каком уровне максимальном ваше настроение по 10-бальной шкале. У кого-то на 6, что бы это значило? Да, привет, базарный Карбулак! А кто еще у нас сегодня на онлайн-банкете присутствует? С каждым банкетом слайдов становится все больше и больше. Поздравлений становится все больше и больше, и новых уровней, новых званий, новых премий становится еще больше. И сегодня мы с вами убедимся в этом. И открывает наш банкет Михаил Булавцев, старший менеджер. 22%. Ну, 22%. И Донского Лилия, старший директор. Ребята, привет! Ну что, поехали? Сегодня будем в темпе, слайдов очень много. И мы вас поздравляем всех с обалденным, просто шикарным завершением третьего каталога. Вот чтобы каждый каталог показывал такой вот рост. Мы вам этого желаем. Супер. Итак, по итогам работы каталога номер 3. Ну, все правильно. Цифры такие просто поставили рекорды. По итогам работы каталога номер 3 наша команда, наш интернет-проект «Карьера онлайн» поставил новый рекорд. 35 228 бонусных баллов товарооборот нашей команды. Если перевести в рубли, то, соответственно, без малого 1 миллион рублей за 3 недели. Надо было написать миллион. За 3 недели. То есть, если перевести на месячное привычное нам исчисление, то 1 300 000 товарооборот нашей команды. Круто. Wellness потребили на 3647 бонусных баллов. 287 пришло к нам новичков, 58 из них совершили свой первый заказ, 34 человека прошли первый шаг стартовой программы, и 26 человек мы реактивировали. Ура! Поздравляем, да, радует результаты. И выплачено бонусов на 354 003 94 копейки. Ребята, столько денег мы с вами заработали, вообще круто. По бонусу премьер-клуба 102 тысячи, другие бонусы 33 и объемная скидка 200, почти 19 тысяч. Потрясающие цифры. Молодцы. Надо зарабатывать еще больше. И мы поздравляем нашего лидера Донского Лилию с получением бонуса, максимального бонуса по программе «Мой автомобиль» с компанией «Reflame» 9 тысяч рублей в каталоге номер 3. Да, круто. Приятно получать денег еще больше. Очень много компаний дает возможности. Ребят, надо все брать. И наши награды. Результаты каталога номер 3. Давайте посмотрим, какие же новые уровни у нас родились за этот каталог по всей команде. Итак, поехали. Снизу вы видите цифры, сколько новых уровней данных уровней было у нас в предыдущем каталоге, во втором. Сверху в каталоге номер 3. Итак, ступенька, первая ступенька лестницы успеха консультант 3%. 130 человек достигло. Аплодисменты, ребят, учимся хлопать громко. Уровень 6% достигло 79 человек, больше, чем в прошлом каталоге. Круто. Первая менеджерская ступенька, менеджер 9%, достигла 23 человека. В три раза больше, чем в прошлом каталоге. Круто, молодцы. И уровень менеджер 12%, 8 человек. Новый результат, шикарно, аплодисменты. Менеджер 15% достигли 5 человек. Вау, аплодисменты. Уровень 18% достигли 21 человек. Вот это цифры. Итак, теперь поздравим наших партнеров, которые у нас заработали, получили премию по программе «Турбо Рост» в каталоге номер 3. Понятно. Ребят, у кого звук заикается, отключите видеопоток. Будет получше. Итак, кто же у нас отличился по программе «Турбо Рост»? Давайте посмотрим. Аплодисменты. Гамоля Татьяна получила 1500 рублей за подтверждение уровня 9%. Танюшка, молодец. Первая премия уходит в город Саратов. Супер.
Виктория Белая получает премию 1500 рублей за подтверждение уровня менеджер 9%. Тоже премия уходит в город Саратов. Аплодисменты, Вика, молодчина. И премия 3000 рублей тоже уходит в город Саратов за подтверждение уровня 12%. Соломатина Юлия. Юлия, аплодисменты. Поздравляем Юлю. Юля, по-моему, в прошлом каталоге тоже взяла премию. Конечно. Юля с Еленой идут... Каждый каталог показывает новые результаты, и каждый каталог получают новые премии. И вот Лукоянова Лена получает у нас 6000 рублей за подтверждение уровня менеджер 15%. Премия улетает в Казань. Класс вообще. И самая большая премия достается менеджеру 22%, то есть старшему менеджеру 22%, Булавцеву Михаилу. Миша, держи 5. Спасибо. Тоже в Саратов премия улетает. Слушайте, Саратов все премии себе захапал. Ребята, догоняйте. И поздравляем участников премьер-клуба. Друзья, не зря мы весь каталог, каждый каталог из каталогов в каталог поздравляем участников премьер-клуба. Проводим семинары, как квалифицироваться в премьер-клуб и что это нам дает. И посмотрите на наши результаты, результаты нашего проекта, команды. 106 человек в каталоге номер 3 вышли, квалифицировались в премьер-клуб. Это тоже абсолютный рекорд нашего проекта. И эти 106 человек совершили суммарный заказ на 21 580 бонусных баллов. Обалдеть просто. Снизу вы видите мелким шрифтом цифры по предыдущему каталогу. Обратите внимание на объем прироста вообще. На класс. Такой масштаб. Кто в премьер-клубе? Смайлики в чат. Быстренько. Кто все это сделал? И у кого в команде есть премьеровцы? Ребят, это круто. Топ-10 личных заказов. Суммарно составило 10 человек заказали на 5648 баллов. Ребят, это очень хорошая 18-процентная команда. Еще 3 человека буквально и директор. В прошлом каталоге топ-10 сделали 4730 баллов, почти на 1000 баллов прирост. Да. Слушайте, здорово, вот это мы даем. И давайте посмотрим на этих монстров. Монстр у нас под номером 2. Мы-то вместе с тобой, Миш, работаем, поэтому я думаю, уже пора лидерство Маши давно уступить. Можно, да. Пускай перегоняют нас. Маша, тебе новый вызов кинули. Мы сделали 1044 балла. Мария Склиренко, 807 баллов. Семейство Сидорчук, Павел и Светлана, 682 бонусных балла. Круто. Абальмасова Ольга, 645 баллов. Кстати, Оля работает только в интернете, она каталоги никому не показывает. Мы ее очень уговариваем провести семинар, как она это делает. Но, возможно, она среди своего вот загруженного пространства найдет хотя бы 10-15 минут, чтобы поделиться информацией. Гамоля Татьяна, 580 бонусных баллов. Крутышка, молодец. Воробьева Сергей и Ольга, 408 баллов. Мариасова Алена, 388 баллов. Лукоянова Елена, 380 баллов. Попова Алена, 368 баллов. И Никанорова Наталья, 346 баллов. Вау! Круто, молодцы! Ну вы даете, как вы это делаете? Обалдеть просто! И поздравляем наших активных wellness-потребителей, людей, которые заботятся не только о своей красоте, но и о здоровье. И 10 человек у нас совершили суммарный заказ на 1329 бонусных баллов. Это только wellness-продукция. Круто! И открывает у нас топ-10 Сидорчук Светлана с заказом 349 баллов. Просто в разы всех перегнала. Неожиданно. Петропавлова Василиса, 145 бонусных баллов. Супер просто. Аблаева Надежда, 135 баллов. Копинос Ольга, 102 балла. Резвинская Елена, 102 балла. Вот это да! Гамоля Вадим, 100 баллов. Петрова Людмила, 100 баллов. Щелчков Александр, 100 баллов. Колпакова Светлана, 98. Имрясова Алена, 98. Круто, аплодисменты вам, молодцы. Равнение на этих людей, берем пример, продвигаем продукцию Wellness, и все будем здоровы, красивы,
Бодры, веселы и и богаты. Вы да. знаете, как говорится, если есть деньги и нет здоровья, то и деньги не нужны, да? Поэтому мы сейчас учимся зарабатывать с вами, а когда мы уже станем богатыми, мы при этом будем еще и очень здоровые и красивые. Итак. Менеджерская конференция в городе Сочи в сентябре 2016 года уже приближается изо дня в день. Ну да, у нас осталось 5 каталогов квалификация. Совсем чуть-чуть. И уже у нас квалифицировались Лилия Донскова Михаил Булавцев и и Виктория Безумова. Вика Молочина. Но мы хотим поехать большой командой, и у нас с вами появился второй шанс это сделать. И вот здесь вот, ребята, может быть ваше фото. И мы Кто очень сделает? хотим, чтобы здесь были не три фотографии, а все 33, 133. То есть все активные партнеры нашего проекта, все с нами полетели, поехали, поплыли всеми возможными средствами. Ребят, кто планирует квалифицироваться в Сочи? Прям вот четкий план действий. Поставьте в чате пятерочки или смайлики. Вот что у вас первое под руку попадется. Мы хотим видеть. Так, раз, два. Кто еще? Три. Молодцы. Миша, ты пока считаешь, я листаю следующие слайды. Еще, ребят, мало. Давайте больше. И мы хотим озвучить самые высокие выплаты в проекте согласно ступенькам лестницы успеха. Очень интересно. И Так, давайте давайте посмотрим. посмотрим. На уровне консультант 3% у нас лидирует так. Буков Дмитрий, получается. Да, Буков Дмитрий с выплатой 1951 рубль. Мрясова Алена 1274 рубля. Так, здесь что-то я неправильно не досчитал. Лидирует у нас Мрясова Алена суммарно 2550 рублей. На втором месте Буков Дмитрий, и на третьем месте у нас Амангалиева Ольга с суммарно 1304 рубля выплаты составили. Молодцы, супер. Это у нас были консультанты 3%. Сейчас консультанты 6%. Лидирует Никанорова Наталья. Получила премию 2675 рублей. Ежова Мария. Маша, ты здесь? 2149 рублей. Ну-ка, крутышки, кто присутствует в комнате, отзывайтесь. И Воробьев Сергей, 1813 рублей. Супер! Поздравляем! Молодцы, просто молодцы. Следующая ступенька менеджер 9%. И тут лидирует Сидорчук Светлана с выплатами 4622 рубля. Второе место Гамоля Татьяна 4463 рубля. И Белая Виктория 3326 рублей. Вообще круто, молодцы. Как говорится, да, мелочь, но приятно. Менеджеры 12% лидируют Безумова Виктория 4227 рублей, Мутасова Анна 4045 рублей и Попова Алена 3974 рубля. Супер! Следующая ступенька менеджеры 15%. И тут у нас два лидера. Соломатина Юлия с выплатами Ого! 10081 рубль. И Гагарина Светлана с выплатами 5434 рубля. Ого, вообще крутышки, так держать. Давайте еще больше зарабатывать. Менеджеры 18%. Лидер Лукоянова Елена 16085 рублей. Это за 3 недели всего, Да, ребят. это всего, все цифры указаны за 3 недели. Салимова Анна 14600 рублей. И Склиренко Мария 11000, почти 400 рублей. Супер! Классные результаты, классные выплаты. Так, и все? Да? А менеджер 22%? Что, не хватит? И мы продолжаем. Команда Гамоли Татьяна. Приветствуем команду. Так, Танюшки, я в комнате не вижу. Смотрите, эта команда моя пятая веточка. Только-только начинает развиваться. Пока уровень 9%. Получилось, что групповой заказ 1199 баллов. 2 кюре. Круто, Татьяна прошла второй шаг квалификации в Сочи. И у нее в команде тоже люди проходят. Активные новички. Шрай Амалия 60 баллов. Арапова Юлия 38. Шкунова Галина 12. И Бекенова Руфина 10 баллов.
То есть это те, кто только зарегистрировался. Фаткина Лариса вышла на уровень 6% с личным заказом 51 балл, групповым 461. Вот, прошла второй шаг квалификации на конференцию. Поздравляем! Ура! Ребята, аплодируем! Мартаян Майкл вышел на уровень 3% с личным заказом 171 балл. Кстати, это сын Татьяны. Уланова Лариса вышла на 3% с личным заказом 102 балла и групповым заказом 202 балла. И тоже прошла первый шаг квалификации в Сочи. Два кюрекрута. Сын, да, у Татьяны два сына. Первый шаг прошли Уланова Лариса и Гамоля Вадим. Подтягивает Татьяна родственников в команду. Молодец. Второй шаг прошли Фаткин Алексей, Щедрин Александр и Мартаян Майкл. Аплодисменты. И передаю микрофон. Спасибо, Лиля. Итак, я хочу представить команду, мою команду. Ты куда поехала? Я думаю, я не буду уезжать. Я передумала. Итак, результаты каталога номер 3 не исправил. Наша команда сделала заказ, групповой заказ на 10 тысяч 10 бонусных баллов, что составило прирост на 25%. С такими результатами мы закончили наш каталог номер 3. Миша. Итак, я хочу отметить по команде наших активных новичков: Чекальская Полина, Гапеева Кристина, Морозова Марина, Клюева Лариса, Рогозина Елена, Кокорина Екатерина. Двигаемся дальше. Наши награды. У нас в команде новые консультанты 3%. 13 человек появилось. Список вы видите на экране. Васильева Елена, Чернышова Анна. Хорошо, двигаемся дальше. И хотел бы выделить отдельно Абальмасов Антон, вышел на уровень консультант 3% с личным заказом 200 баллов и прошел первый шаг стартовой программы. Сергеева Алла вышла на уровень 3% с личным заказом 150 бонусных баллов. Лыткина Галина с личным заказом 165 баллов вышла на уровень 3%. Хабибулина Эльза с личным заказом 150 и групповым 221 балл вышла на уровень консультант 3%. И Ярулина Резида с личным заказом 100 баллов и групповым 213 вышла на уровень 3%. Супер, молодцы! Следующая ступенька, консультант 6%. И тут всего у нас 33 человека. Очень большое количество. Читать не будем. Читать не будем, но выделим самых активных. Иванютина Анна с личным заказом 182 балла супер. И групповым 480 вышла на уровень 6%. Дальше Мясникова Наталья с личным заказом 102 и групповым 762 бонусных балла. Такая крутая, вот у нас почти девяточка. Да, уверенная, твердая 6%-ница. Герман Виктория с личным заказом 180 баллов и групповым 636 баллов. Супер, вообще радуется. Ежова Мария пришла к нам в каталоге номер 3 и сразу же сделала личный заказ 286 баллов. Бомба. И вышла на уровень 6%, 456 бонусных баллов по команде. Круто! Мещерякова Маша выходит у нас на уровень 6% с личным заказом 150 и групповым 629. И тут же у нас есть Мещерякова Алина, сестренка, да, с личным заказом 206 и групповым 479. Алине всего 15 лет, ребята. Это вообще, это огонь, девчонка, вы не представляете. Просто посмотрите на ее глаза, она приезжала к нам в гости, такое солнце очаровательное просто. Да, девчонки, сестренки друг друга подгоняют, и у них такой результат. И Панфилова Татьяна с личным заказом 100 баллов и групповым 580 выходит на уровень 6%. Круто! Дальше чествуем новых менеджеров 9%. И тут у нас 18 человек. Как обычно, список. И выделяем самых активных наших партнеров. Бахаева Екатерина вышла у нас на уровень менеджер 9% с личным заказом 268 и групповым 901 бонусный балл.
Катя показала за каталог прирост 79%. Почти в два раза увеличила результат предыдущего каталога. Катя, ты вышла на этот уровень сразу, как только начала работать. Вот и все. Самохина Дарья у нас вышла на уровень менеджер 9% с групповым заказом 1346 баллов. И Даша показала прирост больше, чем в два раза. 137%. Крутышка, Поздравляем, вообще Даша. супер. Кузиева Альфия выходит на уровень менеджер 9% с групповым заказом 925 баллов. И я поздравляю Альфию с потрясающим достижением, то что этот результат всего лишь за один каталог. То есть она вышла сразу на 3, 6 и 9% всего Ой, у за меня аж один каталог. мурашки, просто мурашки, круто. Вот такие вот результаты у нас по команде. Петропавлову Василиса! Василису поздравляем с уровнем менеджер 9%, групповым заказом 1022 балла. Василиса – лидер по wellness-заказам в нашей структуре, в нашей команде. И, по-моему, Василиса всего два каталога с нами. Да, она зарегистрировалась уже Да, да, во да. второй половине первого каталога. То есть в каталоге номер 2 и 3, это ее второй каталог, третий каталог получается. Вообще молодчина, Василиса. Поздравляем. Краса. Фарафонтова Лилия вышла у нас на уровень менеджер 9% с групповым Класс. заказом 922 бонусных балла. Ой, электричка. Хуснульна Алсу, поздравляем с уровнем менеджер 9%, вышла на данный уровень с групповым заказом 999 бонусных баллов. Супер. Три девятки. Три девятки, да. Да. Поздравляем новых менеджеров 12%, и здесь их у нас 6 человек. Также список и выделяем активных наших партнеров. А Бальмасова Оля вышла на новый уровень менеджер 12% с групповым Супер. заказом 1809 бонусных баллов. Оля, двое маленьких деток. И Гаврилюк Екатерина с групповым Супер. заказом 2136 бонусных баллов выходит Класс. на новый уровень. Прям супер-супер-супер. Супер-супер. Поздравляем новых менеджеров 15%. И здесь у нас их 6 человек. Список и самые активные. Кто же это? Ух! Константинова Галина вышла на уровень менеджер 15% с результатом 3339 баллов. И Соломатина Юлия yes! вышла на уровень менеджер 15% с групповым заказом 3035 баллов. Каждый Прирост каталог... составила 55% по соотношению к предыдущему каталогу. И я специально сделал тенденцию такую роста по Юле и Юлиной команде. Обратите внимание, начиная с 16-го каталога, то есть с первого каталога, как Юля пришла к нам в команду, и заканчивая предыдущим, третьим каталогом, Юля с каждым каталогом показывает новый уровень. Так держать! Так держать! Да! Только вперед! Следующая ступенька – менеджер 18%. Вот это накал страстей! И здесь у нас 21 человек в команде новых 18%-ников. Огромное количество. Каждый, кстати, ребята, вот каждый человек из списка может включиться в любой момент в работу. Я сегодня, кстати, встречалась с номером 15, и она завтра приходит к нам на бизнес-встречу. Круто! Круто! Ждем в команду. Поздравляем Макарову Зинаиду с новым Супер. Уровнем менеджер 15% и групповым заказом 6030 баллов. Совсем чуть-чуть, и уже будет новая 22-процентная ветка. Следом Григорьева Оксана Юня. С результатом 5732 бонусных балла. Поздравляем, Ксюша. Разницына Наталья вышла на новый уровень менеджер 18% Класс, и групповым заказом без одного балла 5400. Натулька, супер. И у нас есть еще один yes. менеджер 18%. Лукоянова Елена с личным заказом 380, групповым 5237. Показала прирост 49%, и также я сделал тенденцию роста Елены по каталогам, начиная с 15-го каталога, как она пришла к нам в команду, и заканчивая третьим каталогом предыдущим, но он не заканчивается, просто мы подводим итоги, срез такой. Елена, каждый каталог показывает новый уровень. Прикольно вообще, вот это мне нравится, ребят.
И Да? нам и как всему проекту, всем партнерам будет очень нравиться, если Елена вместе с командой в следующем каталоге продолжит свое движение и достигнет нового уровня старший менеджер 22%. Саша записывает. Супер, Лен, поздравляю, это очень классный результат и просто здоровский пример для всех, что, да, если это может сделать мамочка в декрете, значит, это может сделать любой человек. Мамочка в декрете двоих Двух, детей, да, двух да, малышочков. из города Казань. Да, у нас, кстати, у всех менеджеров практически один-два ребеночка. Это вообще очень круто. Итак, двигаемся дальше. Участники премьер-клуба. И в этом каталоге мы тоже ставим рекорды. Ух ты! 33 человека с личными заказами от 150 баллов и выше совершили суммарно заказ почти на 7000 бонусных баллов, что Ого! составило 70% от общего группового заказа команды. Ого! Премьер — это сила! Вот поэтому мы делаем огромный акцент на участников премьер-клуба, Супер! на квалификацию в премьер-клуб, для того, чтобы получать все бонусы, премии и зарплаты. Давай не будем список зачитывать. Просто, ребят, кто себя видит, смайлики в чат, пожалуйста, смайлики. Вы просто молодцы, так держать. Получаете все-все-все преимущества премьер-клуба. Ух ты! Супер, просто. Мы вами гордимся, молодцы. И заключительный слайд с участниками премьер-клуба. Супер. Здесь самые потрясающие результаты. Двигаемся дальше. Участники стартовой программы. У нас очень активные участники стартовой программы, и сейчас мы их увидим. Прошли первый шаг 11 человек. Класс. Безверхова Светлана, Беленикина Анастасия, Абальмасов Антон, Ежова Мария, Кузьмина Галина, Кувшинкина Анастасия, Такие красивые Сергеева все. Алла, Малахова Любовь, Рязанова Наталья, Зиганшина Карина и Скоркина Ильсина. Поздравляем всех активных новичков с потрясающими результатами и двигаемся дальше. Дальше у нас еще интересней. Второй шаг стартовой программы прошли 10 человек из 13. То есть переход очень такой хороший. И Искать здесь по мы ключу. видим Панфилову Татьяну, Иванютину Анну и Абальмасову Ларису, Вообще молодцы. Винникову Ольгу, Мещерякову Алину, Мещерякову Машу, Класс. Пушину Ирину, Хабибулину Эльзу, Манойлову Олесю и Ярулину Резиду. Резидуля, Поздравляем! молодец. Ой, я так вами горжусь, ребят, какие вы классные. Двигаемся дальше. Третий шаг Ух прошли ты. абсолютно все. 4 человека из 4. Давайте на них посмотрим. Кузьмина Екатерина, Мясникова Наталья, Класс. Пономарева Анастасия и Петропавлова Василиса. Какие Поздравляем подарки, наших активных шикарно. партнеров. И это еще не все. Четвертый шаг стартовой программы прошли 3 человека из 3. И это Соломатина Юлия, Нуралиева Оксана и Фарафонтова Лилия. Круто, молодцы. Но это самые шикарные подарки, конечно. Спасибо, друзья, спасибо, партнеры, за отличную работу в каталоге номер 3. И давайте двигаться теми же темпами. Каталог номер 4 покажет нам Еще новые лучше. результаты, да, новые достижения. А мы сейчас передаем микрофон Ольге Мальцевой и готовится следующий наш партнер. Так, где у нас вот это, да? Так, Оля, берешь микрофон. Поставьте, пожалуйста, циферки от 1 до 10. Да, у меня что-то со связью сейчас. Я поздравляю с открытием каталога номер 3 с отличными результатами. Да, если что, подхватите, пожалуйста, потому что что-то со связью сейчас. Да, и, пожалуйста, слайды. Слайды можно переключить? Что-то у меня так долго грузится. Слайды. Я представляю ключевую команду наших менеджеров. Это Ольга Егоренко с Украины, Анна Говоруха,
Россия, Мария с Россией, Виктория Белая Россия, Виктория Безумова и Наталья Алешина. Следующие слайды, пожалуйста. Можно побыстрее слайды листать? Так, наша команда. Мы вместе заработали за 3 недели. Создали товарооборот 235 165 рублей. Аплодисменты, пожалуйста. Получили объемные скидки 32 353 рублей. Получили скидку по премьер-клубу 23 724 рублей. Получили наборы стартовой программы. Шаг первый – 15 наборов. Шаг второй – 4 набора. И шаг третий – 2 набора. Слайды, пожалуйста, нам листаните. Дальше. Стартовые программы в России и в Украине немножко различаются, но это все равно нечто круто. Так, шаг стартовой программы первой прошли Юлия Антипова. Кто видит себя, ставьте смайлики. И Ольга Смолько. Может быть, Смолько, если что, извините, если неправильно назвала фамилию. Спонсоры Наталья Алешина. Также Нина Тарасова прошли стартовую программу. Это мамочка нашей Марии Склиренко. Вы их видите вместе на фото. Ольга Прохорова, спонсор Марии Склиренко. Я так понимаю, это все одна семья. Аплодисменты прекрасной дружной семье. Первый шаг стартовой программы прошли Юлия Федорова, спонсор Виктория Белая, и Варвара Костина. Хочу заметить, что в один день у нас пришли 3 стартера, и все по фамилии Федорова, но все из разных городов. И, кстати, разные спонсоры даже были. Вот такое вот совпадение. Первый шаг стартовой программы также прошли Вероника Антонова, спонсор, Екатерина Водкина, спонсор Светлана Корнеева. Хочу отметить этого спонсора, который очень здорово рекрутирует и очень резво взялась за работу. Шаг второй стартовой программы. У нас прошли и получают замечательные подарки Мария Бардакова, спонсор Мария Склиренко, и Надежда Аблаева. У Надежды Аблаевой появился 5-й ребенок, когда она проходила первый шаг стартовой программы. Так что аплодисменты. Вот такая вот у нас многодетная семья. Первой стартовой программы у нас прошла Любовь Васильева, спонсор Виктория Белая, и молодая девушка Анастасия Сладкова, спонсор Светлана Корнеева, которая у нас сейчас учится в медицинском. То есть девочке еще нет 18 лет. Также у нас Анастасия Сладкова уже начала рекрутировать, и все уже получается. Шаг второй стартовой программы прошли Светлана Корнеева, спонсор Виктория Белая. Светлана у нас пока еще... Следующий слайд, пожалуйста. А, есть уже? Недавно исполнилось. Поздравляю. А, точно. Вот. Но все равно молодец. Также у нас второй шаг стартовой программы прошли представители с украинской веточки. Это Анна Остарук. Ой, Острук и Марина Чумаченко. Спонсором является Ольга Егоренко, менеджер 12%. Третий шаг стартовой программы. У нас прошли наши слайды, пожалуйста. Наши лучшие партнеры. Это Надежда Сенкевич, Евгений Берлей и Анатолий Нефедов. Это спонсоры семья Безумовых и Мария Склиренко.
Четвертый шаг. Стартовые программы, замечательные наборы с wellness прошли Сергей Безумов и Татьяна Самохина. Спонсоры являются Виктория Безумова и семья Воробьевых. И сейчас немножечко о путешествиях, которые нас ждет в 2016 году. И это будет путешествие в Сочи. И на это путешествие уже квалифицировалась Виктория Безумова. Слайды, пожалуйста. И еще много партнеров, которые прошли второй шаг на конференцию для менеджеров в Сочи. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. И еще раз следующий слайд. Елена Калашникова у нас вышла на уровень 3%. А спонсор – умничка, красавица наша Наталья Алешина, которая у нас сказала твердо, что она у нас скоро станет директором. Молодец, я тебя тоже, Наташа, поздравляю. Опять же, твой партнер ключевой – это Ольга Смолько, которая вышла на уровень 3%. Молодцы. Следующий слайд, пожалуйста. Можно побыстрее, потому что по одному здесь будет. Светлана Черных тоже прошла у нас на ступеньку 3%, 230 групповых баллов. Анжелика Родионова, групповые баллы 230, Виктория Белая, спонсор. Можно прямо побыстрее слайдики, у нас там много-много людей. Яна Кхова, Виктория Белая, спонсор, групповые баллы 230. Поздравляем, молодцы. Наталья Шуляк, спонсор Виктория Белая, групповые баллы 230. Все красавицы. Юлия Федорова, тоже спонсор Виктория Белая. Сейчас мы доберемся до самой нашей Виктории Белой. И мелким шрифтом выделены люди, которые могут также включиться в работу, новые уровни 3%. Кто себя видит, ставьте смайлики, посмотрите крупнее в записи. Очень много уровней 3%. И теперь мы приступаем к уровню 6%. Это еще не все. На 6% со второго каталога, за два каталога вышла у нас Любовь Максименко, которая присоединилась как раз вот в прошлом каталоге. Групповые баллы 469 баллов. Молодец, умница, так держать. Также участник стартовой программы. Я поздравляю с новым уровнем 6%, такой заслуженный, такой настоящий прямо партнер, это ключевой партнер нашей команды, это Люция Плотникова. Вот групповые баллы 576, и это новый уровень 6%. Молодец, Люция, так держать. Да, салют, аплодисмент. Очень приятно поздравлять этого человека. Также уровень 6% – это Алла Комиссарова, спонсор Виктория Белая. Все молодцы, умницы. Девчонки только совсем недавно присоединились, поэтому только включаются в работу. И еще пока, может быть, не осознают, да, что уже они на 6%. Менеджер 9%. Представить, а поздравить нашу умницу-красу. Викторию мы от души поздравляем с новым уровнем 9%, вернее, 9% с подтверждением уровня 9% и твоей первой премии 1500 рублей, помимо объемной скидки. Здорово! Знаете, очень приятно, что компания
да, не просто вручает, да, какую-то просто грамоту, как на обычной работе, а именно такой вот премию в мере 1500 рублей за всего лишь небольшое достижение – подтвердить уровень 9%. Итак, аплодисменты огромные, салют, и мы приступаем к новому награждению – это премьер-клуб. Это премьер серебряный, премьер золотой. И представители с украинской команды, это у них в Украине называется премьер-клуб, это бизнес-класс. Это Марина Маченко, Анна Уструк и Наталья Арнаут. Кстати, у Натальи Арнаут вчера был день рождения, поздравляю, родилась, да, такой женский день. Также Наталья. Наталья Дзига и Ольга Егоренко также являются в бизнес-классе. Следующий слайд, пожалуйста. Так, вообще всех девушек поздравляю с прошедшим праздником 8 марта, весенним праздником. В премьер-клубе у нас Мария Склиренко, Катя Субботина, приятно. Людей, которые вращаются в уровне, и Людмила Викулина. Молодцы, девчонки. Молодцы, забрали все, что полагается. Слайд, пожалуйста. Так и нужно делать. Пахташев. Личный заказ 312 баллов. Наталья Алешина вернулась на уровень 9%. 187 баллов личный заказ. И молодая, перспективная девушка Екатерина Крылова. Очень приятно видеть, что она посещает все обучающие мероприятия. Находится сейчас здесь в комнате. Совсем недавно, то есть присоединилась к проекту и уже показывает результаты не только с личными заказами, но и в рекрутинге. Мария Ган, Виктория Безумова, Светлана Талеева также являются представителями премьер-клуба. Молодцы, поздравляю. И у нас есть еще в команде, которые достигли новых результатов. Также у нас в премьер-клубе это Рима Шкатова, Ольга Воробьева и Сергей Воробьев всегда находятся в премьер-клубе. Следующий слайд. Молодцы. Это все команда нашей Маши Склиренко. Опять же у нас представитель Сергей Безумов также является представителями нашего клуба, которые получают в нашей команде. Следующий, пожалуйста. Молодец, Оля. Так, слайды не перелистываются. И, наконец-то, мы добрались до самого... кому все проблемы регистрации. И следующий уровень. У нас есть уровень 12%. В принципе, очень неожиданно, я сама сегодня только это обнаружила, что у нас, следующий слайд, пожалуйста, Клавдия Кашаева вышла на новый уровень 12%. Клавдия у нас вышла на этот уровень, ну, для нас, для всех неожиданно, может быть, даже для нее, для самой неожиданно. Клавдия получила хорошую объемную скидку, личный заказ 150 баллов. И впервые вышла на этот уровень. То есть, да, мама трех детей, здесь только на фотографии двое. Вот, Клавдия молодец, она еще работает на основной работе, поэтому сейчас меньше... стала...
уделять проекту, но вот неожиданно так для всех вернулось. Вот, с возвращением еще раз. Клавдия, также у нас вернулась на 15%. Вот. И также Наталья Алешина вышла на уровень 9. Ну, у нас слайды уже заканчиваются. Если сильно заикаюсь, возьмите слово. Это последний слайд, кстати. Также у нас есть представители премьер-клуба. Я не буду перечислять. Уже неоднократно всех мы перечисляли на слайдах. Кто видит себя, ставьте смайлики. Я передаю слово следующему спикеру. Всем новых побед желаю. Спасибо. Добрый вечер, всем привет. Как меня слышно? Отлично. Представляю свою команду. Зовут меня Олеся Бахмутова. Я менеджер уже 22%. Я вернула свой уровень на 22%. И хочу, во-первых, поблагодарить свою команду. Спасибо, что выбрали наш проект. И ваши результаты очень вдохновляют, мотивируют к дальнейшим действиям. Благодарю вас. У меня вот здесь у нас представлены мои ключевые партнеры. Алена Попова, Светлана Гагарина, Наташа Лямина, Алла Корнилова и Мариночка Лосицкая. И дальше слайд по командам. Следующий слайд, пожалуйста. Очень дружная команда, очень активная. Команда Наташи Ляминой. Здесь представлены активные партнеры ее. Елена Окопная, Даша Колотая, Ольга Еремина и Мария Белозерова. И дальше слайд. Побыстрее можно слайды. Команда Алены Поповой. Тот, кто себя видит, ставьте смайлики. Всех по фамилии я не могу сейчас. Команде Алены Поповой разместили первый заказ, активировали свой бизнес, личный номер заказом. Это Гилева Вера, Бунакова Евгения, Казакова Елена, Луканова Анастасия. И дальше. Поздравляем с прохождением первого шага стартовой программы Бунакову Евгению. Личный заказ 100 баллов. И Лёва Вера, личный заказ 100 баллов. Команда Алены Поповой. Дальше поздравляем прошедших второй шаг стартовой программы. Исакову Викторию 150 баллов. И Куклеву Лилию 150 баллов. Личный заказ. Сразу девчонки получили и доход свой от товарооборота. Молодцы. Поздравляю. Дальше. Поздравляем с новым уровнем Головинскую Катю. Личный заказ 153 балла. В команде Алены Поповой. Групповой заказ 246 баллов. Молодцы. Поздравляем с новым уровнем 3%. Селезневу Ирину. Личным заказом 50 баллов. Групповой заказ 188 баллов. Первая ступенька достигнута. Поздравляю. И команда активных партнеров Светланы Гагариной. Девчонки очень активно рекрутируют, они лидеры по рекрутингу вообще. 97 новичков в третьем каталоге в их команду. Молодцы, девчонки, активно работаете. Да, все в поцелуйчиках. И дальше слайд. Поздравляем, прошла второй шаг стартовой программы Софья Шевцова. Она пришла к нам во втором каталоге. Вышла на уровень 3% и 6 заказ в команде. Звук пропал. Есть звук? Меня слышно? Поставьте плюсики. Все окей, отлично. И продолжаем дальше. Так, это было дальше.
Следующий слайд. Дальше поздравляем. Прошел первый шаг стартовой программы. Дмитрий Буков. Дмитрий и Лилия Буковы, они работают вместе, семейная пара. Я их поздравляю, у них новый уровень, 3%. И сразу вошли в премьер-клуб, у них личный заказ огромный на 303 баллов. Молодцы, умнички, так держать. И с такими темпами вы быстренько пройдете дальше по карьерной лестнице. Дальше в команде Галины Брюхановой есть новые уровни, 6%, 3%. Я тоже не буду список озвучивать. Дальше следующий слайд. Куранова Елена, поздравляю, новый уровень, 3%. Прошла первый шаг стартовой программы. И также она прошла первый шаг на условие, на квалификацию менеджерскую в Сочи. Поздравляю. Молодец, Лена. Дальше второй шаг стартовой программы прошли Васильева Лилия. Также она вышла на новый уровень 6%. Молодец, отличный результат. Борисова Екатерина 3%. И Нагаева Надежда. Молодцы, девчонки. Поздравляю. Дальше третий шаг стартовой программы прошла Людмила Петрова в команде Светланы Сидорчук. Молодец, поздравляю. И дальше у нас... Новый менеджер 9% Светлана Сидорчук прошла четвертый шаг стартовой программы. Личный заказ огромный, 581 балл. Спонсор Елена Резвинская. Открыто новое менеджерское звание. Я поздравляю Светлану, очень активный партнер в команде Светланы Гагариной. И дальше с возвращением хочу поздравить Галину Брюхову, Марцинкевич Надежду и Асоцию Екатерину. Они вернули свои уровни. Я вас поздравляю. Галина 6%, Надежда 9%, Екатерина 12%. Молодцы, девчонки. Это еще не все. Также поздравляю Светочку Гагарину. Менеджер 15%. Она вернула свой уровень. Молодцы. Все постарались в этом каталоге. Я желаю вам дальше всем успехов, не останавливаться, не падать, идти вперед и достигать поставленных целей. И дальше слайд у нас. Наш команда, участники премьер-клуба, 25 человек, 25 партнеров, которые собирают все выплаты от компании, то есть скидку отличного товарооборота и доход от группового товарооборота. Они получают все выгоды и таким образом идут и поднимаются по ступенькам лестницы успеха. Выплачено по команде всего вместе за премьер-клуб и объемная скидка 58 412 рублей. Молодцы! Поздравляю всех! Ребенок раскопризничался. И наши рекордсмены по личным заказам, по личному товарообороту. Это Светлана Сидорчук, 581 балл. Мрясова Алена, 388 баллов. Попова Алена, 368 баллов. И Буков Дмитрий, 330 баллов. Равняемся на них. Молодцы, ребята. Поздравляю вас, рекордсмены наши. И приближаемся к Сочи. Успешно прошли квалификацию, шаг квалификации на поездку в Сочи. Гагарина Светлана, Косоцкого, Надя Марцинкевич, Елена Куранова, Лилия Васильева, ну и Леся Бахмутова. Вот. Я надеюсь, увидимся в Сочи. Давайте продолжать выполнять шаги. Всем успехов желаю. В следующем каталоге, в четвертом, достигайте своих целей. Все, всем пока, передаю слово следующему. Ура! Поздравляю всех с замечательным каталогом. Результаты просто шокирующие. Просто вообще обалденные. Я очень-очень рада, что команда настолько оживилась, прет, работает.
А вот я хочу похвалиться своими результатами своей команды и хочу сказать, что, наверное, наша команда отличается своей стабильностью. Несмотря на то, что работы у нас такой активной нет, да, как в других, у нас есть стабильные результаты, которые держатся, которые в скором времени все равно дойдут до своей цели. Поэтому, что я могу сказать? Я очень тоже люблю свою команду, как и все вы. Я очень ценю каждого из партнеров своей команды. И для меня это не просто люди, партнеры. Для меня это уже все друзья. Потому что стабильная компания такая, команда, спевшаяся. И, Лиль, дальше листай. Я расскажу о наших результатах за третий каталог. Результаты тоже очень даже неплохие, мы приросли немножко. И по сравнению с вами, конечно, с такими классными результатами не могу сильно кричать. Но в то же время у нас тоже идет рост. И королевы продаж хочу... кстати, у нас много по команде королев продаж. Я посмотрела, насколько баллов делают девчонки... заказы, просто меня это удивляет. И Амангалиева Олечка у нас с пьедестала просто не сходит. 290 баллов. Ровенский район, маленькая деревня Терлыковка, которая пользуется Арифлейм. И самый главный консультант это Оля, грамотно показывает каталоги. Олечку поздравляем, желаем ей дальнейших успехов, расширяя горизонты. Следующий слайд. И у нас тоже есть участники премьер-клуба, которые делают стабильно 150 и выше баллов. И я стала замечать, что как-то 150 баллов даже мало кто делает. В основном всех так переваливает за 200 баллов. Это очень здорово, говорит о том, что люди... просто показывают каталоги своим знакомым, своим друзьям и обслуживают какой-то свой круг людей. И они что делают? Зарабатывают немедленную прибыль, имеют живые деньги. И я вот недавно тоже со своими дантами созванивалась, они говорят, что очень актуально сейчас стал вопрос дополнительных денег. И люди с удовольствием хотят поработать с каталогом. Имейте в виду, и наши... командные результаты все это показывают. Так что все молодцы. И мне кажется, невыгодно делать меньше 150 баллов, потому что самые плюсы, самые вот бонусы, самые большие получают как раз-таки те, кто делает 150 баллов больше. И хочу представить членов команды Екатерины Бондаренко, такие вот красотки, молодцы, которые стабильно делают заказы, создают товарооборот, и надеюсь, что в скором времени у них пойдет рост. Следующий слайд, можешь надолго не задерживаться, а то уже времени достаточно много. А также есть команда Анны Вертей и Натальи Григорьевой, активная такая веточка, наверное, самая у нас, которая активно делает заказы, я бы так сказала. Вот в основном на продажах у нас многие. Вот очень хорошо освоили продажи или следующий слайд, и это говорит о том, сколько у них королев продаж, какие баллы делают девчонки. И у нас есть, конечно же, и люди, которые начали осваивать стартовую программу. И первый шаг – это Борисова Тамара, такая красивая женщина, и Севастьянова Олечка. Вот мне очень много... Оля у нас активный новичок. Пригласила двоих уже, да, прошла первый шаг стартовой программы. Олечка, продолжай в том же духе. Мы тебя всячески будем поддерживать, потому что, как видишь, реально все.
И хочу похвалить еще одну красавицу, Сатору Ванечку. Помните, я вам рассказывала историю, как я в паспортный стол, вот, пожалуйста, выходите из паспортного стола. Анечка, сначала говорила, что, ну, какие там баллы, я вообще ни насколько, ну, не могу собирать, мне ничего не надо, я не крашусь. Там 20 баллов, что ли, у нее первый заказ был. И в процессе работы нашей, да, мы показывали ей горизонты работы в офисе, мы показали, что выгодно проходить стартовую программу. А потом вдруг показали, что еще выгоднее 150 баллов. И я вот сегодня, когда заполняла слайды, увидела, что Аня у нас, оказывается, сделала 170 баллов. То есть даже больше. Анютка, молодец. Я думаю, что мне звонят с разных компаний, везде приглашают. А я вот не хочу, мне Орифлейм нужен, я трубки бросаю. То есть вот еще в наших рядах такое мнение людей, приверженцев, да, компании, которые полюбили, попробовали этот продукт. Еще также хочу поздравить двух коллег продаж. Одна из них прям вот бьет рекорды с каждым каталогом. Никанорова Наташа, 346 бонус баллов, консультант 6%. То есть такой потрясающий личный результат. Наташенька молодец, потихонечку она работает, что-то делает. Ну, надеемся, что в скором времени уже появится много активных партнеров. Они у нее уже есть. И Мамченкова Анастасия, 170 баллов, тоже очень хорошие результаты показывает. И следующая команда – это команда Ирины Нечеволодые и Ани Мутасовой. Это тоже разнообразная, интересная, спевшаяся компания. Кто-то приходит, кто-то уходит, но, наверное, костяк такой, он остается. Лиль, следующий слайд. Сейчас начнем поздравлять эту команду. Чем же они у нас отличились? Сегодня Катя делала сама слайды, очень здорово. И, конечно же, у них есть свои участники премьер-клуба, свои девчонки, которые отличились, королевы продаж, я всех буду озвучивать, вы видите свои фамилии, ставьте плюсики. Очень классно. Исаева Елизавета у нас отличается. Лиль, следующий слайд. С каждым каталогом все больше и лучше. И классные результаты. И рекруты. Вот хочу поздравить новых рекрутов. Это Жирнова Ольга, 27 баллов, которая пришла и разместила первый заказ с интернета. Девочка, то есть очень, ну, здорово, что такой спонсор есть. Еще один рекрут – это Базюк Геннадий. Сделал заказ на 24 балла, и это у нас в Беларуси. Следующий слайд – это наша Лизонька Исаева. Замечательные заказы. Она еще и приглашает своих родственников. Или следующий слайд. Лизонька умница, которую не пугают сложности. Она приезжает в Саратов за огромными заказами сама, хотя в области находится. И стартовую программу, опять же, у нас прошли Исаева Оксана, это как раз родственница Лизы. То есть тоже очень хороший результат. Лика 101 балл. И Овчинникова Анастасия. Она у нас вышла на 3% первый раз баллов. Поздравляем Настю. Тоже очень здорово. Я понимаю, как вот пришел, сразу и сделал. Артемова Анна у нас прошла второй шаг стартовой программы, и тоже как Лиза, это тетя, по-моему, Лизы, сделала заказ на 227 баллов. Тоже очень классно, когда родственники активно взялись за работу. Вот что значит, хороший пример показала Лиза. И
Следующий слайд. Новые уровни по команде – это люди, которые находятся в ветке. Кто-то из них, ну, естественно, многие из них знают, что у них появляется новый уровень. И таких человек у нас 6, которые первый раз вышли на 3%. То есть девчонки, конечно же, им сказали об этом, да, и наконец-таки работать уже серьезно в проекте. И дарить радость себе и людям, окружающим. И следующий слайд – это новый уровень 6%. И здесь у нас по команде 3 человека, и одна из них у нас вернулась, Марина Анисимова, которая активно вспоминает то, что училась, то есть заново обновляет свои знания, чтобы уже серьезно начать работать. Мы с ней общались. Мариночка, я желаю тебе не останавливаться, а делать, потому что, видишь, пока тебя не было, у тебя тут команда подросла. Это здорово, у каждого есть шанс что-то изменить, вернуться, главное вовремя вернуться, пока не удалили. И я вам хочу сказать, что вы лучшие. Спасибо всем большое за ваш вклад, спасибо большое за то, что несмотря ни на что, двигайтесь, делайте, продолжайте в том же духе, не останавливайтесь. Всем желаю успехов, новых побед. Всех люблю, целую. Пока. Привет, друзья, еще раз. Нас слышно? Поставьте плюсики. Самые стойкие остались в комнате, выдержали. Все пересмотрели, все запомнили, записали, все поздравления всей команды интернет-карьеры, интернет-проекта «Карьера онлайн». Супер. Ребят, мы хотим вас поблагодарить за прекрасную, вообще потрясающую работу, за этот драйв, который вы создаете своими действиями, за результаты, которые вы творите своими руками. И знаете, вот тут вот, ну, даже если... Ну, вообще не веришь, все равно поверишь, что бизнес работает, потому что его могут делать обычные мамочки, домохозяйки и люди совершенно, да, которые были всегда далеки от этого понятия бизнеса, от сетевого маркетинга. На самом деле бизнес очень интересный, и согласитесь, ведь он несложный. Если понять суть, разобраться в его вот структуре, как что делать, наладить систему, то здесь ничего сложного нет. Самое главное – это вот эта команда образования, то есть объединять команду, да, находить общие цели и двигаться вперед. Я вами очень горжусь. Сегодня было приятно видеть очень красивые слайды. Все так здорово потрудились, поздравили всех своих партнеров. Ребят, ну если вдруг кого-то забыли, не обижайтесь, значит, надо еще больше работать. Вы знаете, меня вот все время почему-то забывали в Саратове поздравлять. Я тоже так обижалась, хмурилась. А Миша мне говорил: значит, надо еще лучше сделать. Значит, надо сделать так, чтобы тебя заметили и уже точно не могли пропустить. Поэтому. Понимаете, да, намек? Только вперед, как говорится, с песней по жизни и с уверенностью, что здесь у нас с вами все точно будет хорошо. Желаем вам шикарного каталога. Даже, вот знаете, как скажу, чтобы каждый каталог был еще лучше предыдущего. Все в ваших руках. Вы знаете, для кого-то играет роль сезонность, что ой, сезонность прошла. Все, сейчас будем падать. А для кого-то вообще классно. Супер, сезон начинается, потому что стало теплее. Потому что у нас больше возможностей есть ходить к людям, к знакомым, встречаться. Поэтому всегда выбор стоит за вами. Быть или не быть, расти или не расти, развиваться, не развиваться, делать или не делать. То есть вы выбираете. Только вы, больше никто. Спасибо, друзья, за то, что пришли на подведение итогов каталога номер 3. Спасибо большое за то, что участвовали в подведении этих итогов. Это за то, вам. Что сделали эти итоги, проделали свою личную командную работу. И давайте стремиться к новым рекордам, к новым результатам в текущем каталоге номер 4. Да, и мы вам желаем сбычи мечт. Пока-пока, всем успехов, удачи. До встречи через 3 недели, ребят. Через 3 недели. Кто будет на этих слайдах?
Все зависит от вас. Все зависит от нас самих. Супер, спасибо вам огромное. До встречи в чатах. Сейчас по традиции ставим ролик с конференции. Правильно делаем, Миш? Нет. Нет? Давай. Нет. Раз, два. Нет. Давай не ты. Сейчас специалист Миша все сделает. Вот как нужно. Поехали. Поехали. Пока-пока.